Сегодня мы в Гиве, приехали в Safari Park, предварительно купили билеты онлайн. Сейчас вот заезжаем и посмотрим на все животные Африки. Заехали на машине внутрь, и все вот животные, сейчас будем останавливаться, в каждое место есть парковка, и можно вот так выйти, посмотреть там. Я думаю, будет очень много интересных и таких, которых мы еще за свои 30 лет не видели. Так что... О, сразу слон! Смотри. Так. Пойдем смотреть. Да, сейчас парковка и пройдемся, посмотрим здесь всех. Верблюды сразу там. Ну, погнали. Ого, ого. Маркович, классно? Да. Дай карту. Подойди на меня. Давид, дивись. Видно, Давиди? Давиди, бачиш? Не видно. Давай, мам. Привет. Ого. Размерчик, да? Красавец местный. Давид, дивись в окно. Ты руку опусти, может, ты извлекаешь. Не, ничего не давай, он не боится. Ну просто бать. Класс. Си маленький. Ой, вау. О-о-о. Офигеть. Горіли, Маркусь. Лампа. Горіла. Кажи мне. Такие лемурчики встречают. Просто вот здесь. Их немного. Ну привет. Привет. Аккуратно. Отнимися, дави. Бачите, які? Тоже очень удобно, что есть вот такой гриль, можно прийти
пожарить сосиску, перекусить. Пока дети играются здесь. Игровая площадка, столики такие. Все, в принципе, сразу есть тоже кафешка, если захотел покушать, с собой ничего не взял. Ну, большинство сосиску пожарил, мороженое вперед. Ну, привет, рогатый. Какой большой. Здесь носороги на прогулке. Еще вот такие вот с большими рогами тоже красавицы. Смотрите, сколько вот там этих носорогов. Немерено. Вот это жизнь малина. Крутяк. Сейчас мы в динозавр парке. Здесь такие, как несколько миллионов лет назад были. Динозавры, разные виды, которые уже давно-давно вымерли, а сейчас сделали такие экспонаты, чтобы показать, что было, когда еще нас не было. Ну, довольно интересно, они не живые, но все равно после. Живого слона и жирафа, это так, но для разнообразия можно посмотреть. Самых больших динозавров Агрантинозаврус. 80-100 тонн. Посмотрите, какого его сделали здесь. Ты стоишь на фоне такого, как песчинка. Тоже здесь на территории зоопарка вот такая вот горочка для детей. Окей. Хорошо. Хорошо, мама.